Это незначительное расстройство, это так. Короче, я снимала позавчера и позапозавчера на телефон. И что вы думаете? Я, короче, перекинула эти файлы влоговские. И у меня, представьте, Вегас их не прочитал. Я их просмотреть могу, а именно Вегас, он не видит эти файлы. То есть, и получается два влога впустую. Мне так обидно было. Теперь я, короче, решила, что я на телефон вообще снимать не буду, потому что файл он не читает, компьютер, то есть Windows. Я даже знаю почему, потому что у меня же Apple телефон, и ему нужно именно его компьютер. Ну, извините, мне нет 200 тысяч, чтобы у меня была синхронизация. Ладно, я пойду сейчас пообедаю, пойду сниму видео одно, задумку одну из видео, и пойду убираться в ванной, наконец-то, блин. До руки не доходит. Ну все. Всем приятного аппетита, кто кушает вместе со мной или пьет чай. Хотела вам показать, короче, знаете, как мы делаем гренки? Ну, то есть сухарики. Вот у меня такая вот сушилка для овощей. Тут можно делать мармелад, сухофрукты, даже варить мясо и рыбу можно. Вот грибы, орехи и овощи. И мы берем вот такой вот хлеб бородинский, вот, и сушим, то есть вот они, и потом делаем соус и кушаем. Тут получается сколько у нас, раз, два деления, а их, короче, пять вроде. То есть они убираются, сменные, моются. И сейчас вот сейчас это все пересыплю, буду убирать в мешочек, чтобы не стояло тут, еще больше не сохло. Все, я пришла на ванну, наконец-то. У меня Макс проснулся. Газетами, поэтому не знаю, как вам удобно, вот мне удобно именно с газетой. Красота. Все, я помыла. Вот это. Помыла раковину. Все, я закончила. Сейчас немного отдохну и буду мыть шкаф, так как мы его собираемся продавать и новый покупать. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ну, Макс, ха-ха-ха. Ну, как ты сейчас делала? Покажи, так прикольно было. Ха-ха-ха. У нас Макс, когда обижается, залазит вот так под одеяло и начинает ходить.
Я не знаю, что это значит. Где у нас там? Где Мака? Симка. Ай! Так, все, мы достали мультиварку. Сейчас нальем воды. Это вот как мы манты на пару делаем. И пельмени тоже. Что там? Ой, не видно. А надо-то что? Надо пар. А, пар. Пар. 45 минут. Ждем 45 минут и... Как закипит, так сразу выкладывать будем. У нас закипела вода. Аккуратно. Кся. Все ручки. Там у нас... Вот на такой вот штучке там специально. Мемека, Бася, мемека. Надо маслом еще мазать. Ты будешь варить мемеки. Вот это мы сами делали, вот эти манты. А это куплены. Все, спасибо. Кто мужчины делают все? Ой. Так, это маме ей больше покупные нравятся. Да, мне больше... Чем то, что мы с сыном лепили. Эх, скажи. Мама, мама. Мама, мама. Маша. Давай тоже. На, тоже выкладывай. Тоже выкладывай. Помощник. Ой, сюда. 17 лет это покажу тебе. Когда не будешь хотеть убираться или помогать. В масло залез. Все. Все? Еще. И закрываем, да? Всем! Всем закрывай. Все. И ждем еще 40 минут. Ждем 40 минут, сына? Да! А ты будешь кушать? Мемека, как это мемека? Скажи, конечно. Консека. Конечно. Консемска. Ну что ты делаешь тут? Что ты делаешь, Мака? Я веду. Все, перевернул тут? Да. Ой-ой-ой, меняешь постельное, да? Да. Я, Мака. Все? Нет еще. Вот так вот. Ой-ой-ой. Музыка, театр, зоопсихологии, кулинарии. Я подумала, если собрать вместе группу пытливых, талантливых ребят, которые боролись бы с невежеством и несправедливостью в мире, мы бы сделали его спокойнее и надежнее. И какое-то время так и было, но все обратилось в пепел. Когда будет отсрочен беду, но беда, как прилив, всегда возвращается. Смешная кошка. Случился раскол. Я бросил свое детище и прибыл сюда в уединение. Все, ребят, Макс развлекся. Мы сейчас, наверное, серию досмотрим. Сериала «Лемон Стикет 33 несчастья». Если интересно, посмотрите. Есть такой фильм, а это именно сериал. Он из трех сезонов состоит. Так что советую.
посмотрите. Ладно, все, будем, мы пойдем смотреть. А вам скажу спасибо, что смотрели на меня. Всем пока.